Играем за Гренни на карте школа. Ну что ж, должно быть интересно. Всем приятного просмотра. Меня, кстати, узнали. Возможно, подписчики. Так, ну я готов. Готов ловить непослушных двоечников. Хотя мне без разницы, двоечник ты или отличник. Я все равно тебя поймаю. Здравствуй. Нет. Так, оп, ты просто закрыла дверь, серьезно? А, это очень неправильно, это очень неправильно было. Вот, ты просто, по сути, сбрасывай, вот сейчас, да, молодец, она как будто меня услышала, слушай. Вот это было хорошо сейчас, молодец. Так, давай поставим ножик. Я могу в инвиз уйти. Баночка, да, была? Кстати... Только что здесь была. Вон она. За угол забежала. В левую сторону. Здравствуй. А, это мой ножичек. Это мой ножичек. Нет. Смотрите. А у нее не получилось. Куда ж ты? Да ты серьезно? Как я ее так мог потерять? Мне кажется, она куда-то вниз упала. Так, ладно. Запороли. Внизу запороли. Окей, тут можно спуститься. Давайте спускаемся вниз, ребятушки. Втроем заводит. Просто втроем заводит. Ну, посмотрите, что делает. Так, я сзади тебя. Я ударил ее, ударил. Немножечко осталось. Так, вижу, там книга. Книга. Попробуем книжку поймать. Какая-то книга. По-моему, вот это. Нет? Нет? А какая? Блин, тут много книг. Мне бы ножик поставить. Может быть, ножик поставим? Сейчас посмотрим. Ну-ка. Да, поставлю. Этот генератор давайте сломаем. Ну, куда ты спряталась? Слушай, возможно, когда она пошевелится, тогда ножик активируется. Завели, смотрите, перед носом завели. Это которые втроем заводили. Неплохо, неплохо. Молодцы, ребята. Хорошие, неплохие мансеры. Как-то они быстро заводят. Я еще забыл, я же могу кидаться. Я же могу кидаться. Еще и промазал. Ё-моё. Ай, подожди. Я же, по-моему, могу через двери кидать ножи. Но это как-то читерно, наверное, будет. Не знаю. И прикол в том, что в каждого из них всего лишь один удар. Так, ну... Неплохо, неплохо. Это было близко. Да, боже мой. А, ножик стоял, боже мой. Прикольно. Так, все, нормально получается. Один ген дали, сейчас надо откатить, наверное. Подожди, этот откатывается, да? А в спортзале? Надо проверить в спортзале. Да, надо сломать. Блин, забавно. Не знаю, как там свинюшка оказалась? Кто это туда закинул? Так, ладно, давайте сюда поставим. Ну, кто появится. Кто-то свистит мне. Кемперить мы не будем, конечно. Ну-ка. Нет, этот откатывается нормально. Боже мой. А, вверху запороли. А, тут заводит? Тут заводил, слушай. Да, поставим ножик. Ребята. Так, в спортзале никого нет. Кстати, по ножам можно понять, кто-то был тут или нет. Так, наверху лестница. Я немножко еще не изучил данную школу. А вот лестница, отлично. А, давай в инвиз уйдем. Блин, Гренни прикольная, реально. Гренни это топовый ман. Боже мой, поцелил подругу свою. А не, он куда-то отскакивает, слушай. А, он куда-то отскакивает, если ты через дверь бросаешь. Если он близко стоит к дверям, возможно, я бы и попал. Так, возможно, они сюда вернутся. Давайте ножик мы вот так поставим. Ой, опасно. Не, он от... исправили ошибку. Раньше он, по-моему, не отскакивал, да? Раньше он не отскакивал.
Ну не просто, не просто. Да блин, ты серьезно? Отлично, отлично, я как раз дверь закрыла, идеально. Идеальные тайминги. Опасно, а против Грэнни опасно закрывать дверь, но в принципе так же, как в Dead by Daylight, когда ты против Аннушки сбрасываешь палетку или прыгаешь в окно. Это очень опасно, не стоит так делать. Так, тут не заводит, да? Ну, возможно, какой-нибудь сейчас дадут генератор, поэтому желательно нам проконтролировать. Возможно, ее также побояться спасать. Давай здесь ножик поставим. Потому что, наверное, предметом они покатятся к ней. А рядом с ней уже превратятся в выжившего, наверное. Так, чуть не пострелял сколько. Почти завели, слушай, почти дали. Почти дали ген. Тут кто-то определенно тусуется, но я сейчас не пойму, кто. О, и тут, смотрите, и тут. Так, наверное, сюда ножичек поставим. Сюда ножик поставим. Надо, наверное, вверх проконтролировать, потому что тут почти завели. О, и тут закрыли. Закрыли. Ну, здесь я везде сломал. Отлично. Так, подожди, где? Это внизу, да? Неужели будет заводить? Так, давай ножик оставим и пойдем, наверное, вниз. Если что, ножик немножко подамажит их. Ну да, они... Они, наверное, поняли, что я там заминировал все. И решили другие заводить. Библиотеки? У них мало времени, кстати. Тут почти завели, да. Почти дали. Почти дали ген. Они такие стелсовые. Стелсовые, суровые. Так, тут, кстати, можно подняться. Давай вернемся, кстати. Ну, блин, ножик бы их заметил определенно. Надо возвращаться. О, запороли. Давай здесь поставим. И пойдем навстречу. Что у нас здесь? Так, тут откатывают. Значит, вот этот заводили, да? Тронули вот этот генератор. Почти завели, слушай, почти завели. Но они... Они определенно захотят дозавести его. Может, он где-то здесь прячется? Было бы логично где-то здесь спрятаться. Хотя против Грэнни опасно прятаться, потому что она может ножик поставить. И найти тебя, спалить. Блин, все-таки дали нижний ген. О, да, да ну серьезно, что ли? Ладно. Неплохо. Пускай бежит. Дверь тут выломана. О, еще ген дали. Да елки-палки. Не, ну это уже серьезно, да? Надо сосредоточиться. Не могу попасть, не могу просто попасть. Подожди, книга. Блин, это книга, капец. Я заметил, по-моему, шевеление. Так, надо сажать и... Я стулья порой не замечаю. А, вот стул. Слышал кого-то, слышал кого-то, видел. Догоняем. Так, хорош, хорош. Прям сразу поймали. Но она уже раненая была. Так, надо откатить. Давай ножик поставим. Надо генератор откатить. Так, что-то я обилкой не пользуюсь. Тут только заводит. Ау-ау-ау. Кто она здесь? Подожди. Боже мой. Это третья получается. Тут стул рядом есть. Одну освободили. А тут ножик еще есть. Нормально, мы нормально их, слушай, валим. Перехватили инициативу, так сказать. А ты серьезно? Блин.
Ой, опасно против Грэнни играть. Блин, на лету хотел. Так, блин. Решили в спортзале завести. Так, стул. Инвиз. Побежали за стулом. Фу, ну реально очень опасно, я могу проиграть. Я сейчас могу проиграть. О, нормально, нормально. Так, тут стул. И тут запороли, да? Тут почти завели, слушай. Они сейчас могут 2 гена легко прям дать. Так, сиди здесь. Не дергайся. Она вообще первый раз, вот это опасно. Свеча, кто-то свеча. Но очень опасно, очень опасно. Надо кого-то сливать, иначе, я думаю, мы проиграем. Я не успею проконтролить все. Так. Тут откатывается. Надо вниз, наверное, идти. Блин, освободили, да? И ген дали один, ген дали. Боже мой. Боже, боже, боже мой. Капец, если сейчас кого-нибудь не солю, то все, я проиграл. Затронули еще, скажите? И не затронули. А че она? Какого черта? Подожди, а... Она же пошевелилась, почему она не бежала? Это было очень странно. Скажи, что ты последний раз, пожалуйста. Она не последний раз, боже мой. Она не последний раз. Надо вниз как-то успеть. Я не знаю, как вниз спуститься. Вот так, что ли? А, как же я ненавижу эту слепоту, боже мой. Почти завели здесь. Они почти дали ген. И дадут ведь ген, дадут ведь. Да блин, по сколько раз их садить надо, я не понимаю. Минус одна. Давай, давай, давай. Там сколько? Тут только завоет. Как вниз спуститься? Блин, боже мой. Они сейчас внизу заведут. Они сейчас могут внизу завести. Я не знаю, как спуститься. Они завели ген. Боже мой, ну я же знал, что внизу заведут. Я не понял, как туда спуститься. Так, я могу, в принципе, тут проконтролить. Допустим, тут ножик бросим. Так, а где вторая дверь? Да почему? Как я промазал-то? Почему я промазал по ней? Там вообще ножик. Я не понимаю, как у меня получилось промазать. Это нереально было. Прикол в том, что я не вижу эту ауру двери. Вот одна дверь, а где вторая? Так, давай сюда поставим ножик. Так. А, все открыли, да, получается? А я не могу никак закрыть ее. Боже мой. Ну, неплохо, ребята, сыграли. Так, все, сбежали. Блин, ну я играл как мог. Поражение. Спасибо за игру, ГГ. Так, что нам дали? А, по-моему, подписчик вот этот, да? Монтанина. Давай лайки поставим.
А сколько лайков? Один лайк? О, мне тоже лайк поставили. Спасибо, ребят. Неожиданно. Неожиданно и приятно. Нормально поиграли. Я мог всех поймать, но, блин, немножечко не дожал, к сожалению. Давайте еще одну игру загреним. Опять нам выпала карта школа. Ну что ж, вторая попытка. Надеюсь, сейчас будет получше. Я, в принципе, учел свои ошибки. Надо обилкой чаще пользоваться. Вот, ножики ставить, в инвиз уходить и всякое такое. Я думаю, тогда будет проще. Можно сразу искать. Тем более я в инвизе довольно-таки быстрее передвигаюсь. Хоть и недолго, но это все равно неплохой такой рывок. Еще немножечко изучу школу и будет прям вообще шикарно. Вот, здесь также можно какой-нибудь треугольник создать. В конце примерно выбрать на генератор, который рядом друг с другом находится. И все, потом легко можно будет проконтролить. Так, ну-ка. Класс химии. Кто-нибудь есть? Нет, не заводили здесь, пока что не заводили. Ладно, может быть, пока что решили полутаться. Кстати, это неплохая тактика, вначале полутаться, почему бы и нет. Нафармить на какое-нибудь оружие в виде фотоаппарата, допустим. Фотоаппарат довольно-таки неплохой. О, вижу одну. Она меня заметила. Ай-яй-яй. Ой, я оглушила все-таки, оглушила. Книга. Окей, в инвиз. Она видит? Блин, она видит меня, да? Она видит, если я в инвизе? Там, тут кто-то еще есть, тут кто-то есть еще. Чемодан? Это чемодан? Блин! Просто легчайше, просто легчайше. Нормально. Блин, за спасение выживших то, что 30 секунд дают, я даже не знаю. Блин, ну это, в принципе, ну так и правильно. С другой стороны, ты можешь их... А, ну если ты не посадишь на стул, то они сами самостоятельно встанут, как на Ваньке-встаньке. Так быстро, так быстро. Он задел, кстати? Не, они не задевают. Один ген дали. Блин, довольно-таки быстро как-то они заводят. Не знаю, может быть, сейчас быстрее стали заводить. Может быть, не знаю. Какое-то обновление вышло. Потому что когда я играю, как-то очень долго завожу, мне кажется. Наверное, может, вдвоем, может, какие-то инструменты были. Вполне возможно. Че, блин? Боже мой, боже мой. Ладно, у меня обилка. Свинья. Ну, в смысле, она в свинку превратилась. Где она? Ножик, где она? Ату ее. А, хотя бы ранил. О, попал, нормально попал. Да как ты так делаешь? Как ты так делаешь? Скажи мне. Вот свинюшка, смотрите, какая. Она вниз прыгнула. А ты издеваешься. Я там видел кого-то. Боже мой. Ну если я один раз тебя ударил, надо сразу бежать. Почему она не бежала? Ну это было очевидно. Я видел баночку, выглядывала. Надо хотя бы подальше отойти, что ли. Так, один ген дали, пока нормально. Главное откатить их. Тут откатываются, отлично. Так, ножик тут есть. Пока обилка, я не знаю. Блин, отсюда... Научиться бы отсюда запрыгивать, было бы прям здорово. Так, ладно, используем обилку. Тут никого нету. Кстати, можем здесь ножик поставить, допустим. И отсюда напасть. Не, ну тут тоже нормально. Чё-то не спасают ее, не знаю, может где-то заводят. Чё такое? Звук какой-то странный, как будто бы завели. Слушай, а если я... А ее сверху можно спасать? Да, можно прям сверху вставить. Но не знаю, чем это поможет.
Почему ее не спасают, слушай? Мне кажется, тут заведут сейчас. А, откатывается. Ее до стадии не успели спасти. В чем прикол? Подожди, я не понял. Я тут поставил же ножик. Боже мой. Как тут можно играть? Не, ну это определенно какие-то легкие ребята. Первый раз быстро спасли, а второй чуть не спасают, боятся. Хотят, видимо, дозавести. Не, наверное, рановато. Надо рядом с генератором, что ли? Когда уже подходишь к генератору, в инвиз уходить. Чтобы догнать кого-то. Блин, он почти дал аген. Почти дал аген. Я говорю, тайга самая сильная. Тайга самая сильная, и невозможно ее поймать. Я замечал это, почему-то это очень странно. Блин, промазал. Откатывается, да? Уходим. Какая-то бутылка. Промазал. Испугалась. Блин, промазал. Научиться бы еще попадать. Опять. Надо пробовать. Можно научиться, я думаю. Блин. Так, попался. Отличненько. Ну, сейчас определенно получше игра. У них 3 минуты, кстати, осталось. Их может только спасение тиммейтов со стула спасти. Иначе не успеют ничего завести. Я могу просто, по сути, проконтролить. Кстати, возможно, монетки дают за то, что ты выигрываешь. Именно за то, что ты выигрываешь. Боже, ее реально теряешь. Боже мой, она сейчас... Ну, капец какой-то. Пускай бежит, короче. Давай ножик поставим здесь. Завели все-таки один ген. И не торопится спасать, я заметил, не торопится спасать. Но одна просто до второй стадии досиделась. И это тоже не дело, надо успеть до стадии спасать. Так, вот здесь, кстати, хорошо контролится. Ты, типа, издалека видишь, заводит там кто-то или нет. Сюда бросим. Можно по коридорам бросать, кстати, вот здесь хорошо мантия отпрыгивает. Можно на лестнице трапить. Она пускай откатится немножко. Тут хотят дозавести. Ну неужели, неужели? Она первый раз, да, будет, получается? Капец, сложно было ее поймать. Сложно было. Кстати, может быть в игре... Тут можно трап поставить. Но она... Она так, потихонечку бьет. Не очень мощно. Но затрапить тебя определенно стоит. Предметом не стоит спасать, конечно, значит ты много урона получишь. Так, ножик. Ножик. Стоит. Точнее, левитирует. Ну а где остальные? Можно проверить, что там заводит. Заводили.
Заладили недавно. Ну, она сейчас может где угодно быть. Давай затрапим. Слушай, ее, наверное... Ее вообще спасут до стадии? Ты серьезно, чувак? Ты серьезно? Он меня еще и оглушил. Эта книга бы еще и оглушила. Так, неужели ты спрятался? Подожди, она тут только... Она тут только что была тут. А если она будет предметом просто лежать, интересно, ножик заметит ее? Блин, а лучшую мансершу не спасают. Вы что, издеваетесь? Лучшую мансершу не хотят спасать. Эх, я ее не кемперил даже. Они просто ее тупо не спасают. Ладно, дадим ей шанс, я не знаю. 8 секунд, боже мой, я даже ушел. Не спасут? Да вы серьезно? Лучшую мансершу не спасли. Ай-яй-яй. Боже мой, ну вы проиграли, что могу сказать. Я затрапил, боже мой, как идеальные тайминги. Я просто успел затрапить перед оглушением. Не, ну это, конечно, зря. Давай вот здесь трап поставим. Решил плутать. Не, своих надо спасать. Может быть, она думала, что я, типа, буду кемперить? Ну, я же не кемперил. Боже мой. Так, ну-ка, что у нас здесь? Не, ну это определенно победа. Осталось минута 20. Мансерша погибла. У них было много времени, я просто несколько раз проходил мимо. Вот и все. У них было куча времени спасти, но они не воспользовались своей возможностью. И я думаю, это их погубит. Ой, как погубит. Хотя можно сделать так, что типа ты тайгу открываешь после, допустим, 50 игр. Потому что реально, я замечаю, именно профессионалы за нее какие-то играют. Какие-то мансеры нереальные. Как ни встречу, если будет тайга, то ее хрен поймаешь. Может, она какую-то удачу приносит. Так, можно, кстати, смотреть, видите, там, допустим, затраплено, значит, там не завоет, да? Ну, типа, по идее. Или они как-то сбоку могут подойти. Гряни неплохо, по идее, контролит. Потому что я могу трапить и благодаря ножам понять, завой здесь кто-то или нет. Все, ножиком взяли, добили. Идеально. Сиди здесь. А, последний раз. Шансы, конечно, у них были неплохие. Но, к сожалению. Как говорится. Нужно быть альтруистом. Все, победа. И лежат. Найс. Видимо, за победу нам дают монетки. Сейчас, кстати, проверим, так ли это или нет. 15 уровень. За уровень я заметил. А, проп-бокс монеты. 10 штук. Да, нам дали проп-бокс монеты. 10... Блин, тайга вышла. Я бы ей лайк поставил бы, если бы она не вышла. Но так даже не знаю. Ну ты... Не знаю, правда, кому поставить. Тебе нельзя поставить. Я бы тайге поставил, потому что лучший сурф в этой катке. Получается, за каждую победу дают 10 монеток. Надо обязательно победить. Если ты не победишь, то тебе не дадут. Это 10 побед нужно. И тогда ты пробокс откроешь. Каждые 10 побед ты открываешь пробокс. Блин. Ну как-то слишком много и слишком долго. Я не знаю.
10 побед. Это 100 побед, и ты откроешь... За 100 побед ты откроешь 10 проб-боксов. Офигеть, это надо стримить, наверное. Ну, блин, сложно, конечно, фармиться на открытие. Ну, я бы хотел нафармить. Постараюсь нафармить.